Мы поклоняемся Тебе, Господь. Слава, 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 слава. Мы поклоняемся Тебе, Господь. Горы мама ламано робоши тебе прено. Мы поклоняемся Тебе, Господь. О, дорогой Господь, Бог и Отец Господа нашего Иешуа Иисуса Христа. Мы сегодня низко кланяемся Тебе, и мы поклоняемся Тебе на этом месте. Ты достоин всей славы, чести, хвалы и поклонения. Ты великий Бог, Ты великий превознесен. Нет подобного Тебе ни на небе, ни на земле. Кто уподобится Тебе, Бог, страшный в народах? Бог, спасающий детей своих, Бог, величественно избавляющий помазанных своих, призову достопоклоняемого Господа и спасусь от всех врагов моих. Великий превознесен Господь, Он твердыня вечная. Слава Его пребывает на небе и на земле. Боже, Боже, мы ищем свет лица Твоего. Во свете лица Твоего мы видим свет. Сердце мое говорит от Тебя, ищите лица моего. И я буду искать лица Твоего, Господи. Отец, не закрой от нас лицо Твое. Не отвергни нас, Боже! Яви свою силу и славу! Яви свое могущество! Мы признаемся, что мы немощны, мы бессильны без Тебя, мы никчемны без Тебя. И слей от Духа Своего на всякую плоть, ибо Ты обещал, что Ты создашь церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Ты сказал, если вы призовете имя мое, то я буду там. Ты сказал, где двое и трое собраны во имя мое, там я есть. Ты сказал, если слова мои прибудут в вас, и вы прибудете во мне, то просите, чего пожелаете, и будет вам. Боже, я прошу, излей от Духа Своего. Дай нам сегодня помазание жизни. Покрой нас густым облаком славы. Мы нуждаемся видеть Твое лицо. Как сказал Моисей, если я приобрел благоволение в очах Твоих, то покажи мне лицо Твое. Яви мне путь Твой. Покажи себя сильным и славным. Прояви свое могущество. Ибо душа наша, как земля, которая потрескалась от того, что мы иссохли без Тебя. Мы жаждем Тебя, Господь. Мы жаждем Тебя, Иешуа. Накорми нас хлебом свыше. Напои нас новым вином. О, Иисус, 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 Иисус! О, Иисус! Иисус, Ты первосвященник по чину Мелхиседека. Ты Агнец Божий Сын, Ты Спаситель. Ты Лев из колена Иудина. Ты глава церкви. Ты Господь всех господствующих. Ты Царь всех царей. Ты Владыка царей земных. Ты жених, а мы Твоя невеста.
наэлектролизуй это место помазания. Пусть каждый сегодня увидит Тебя. Пусть каждый прикоснется к Тебе. Пусть каждый здесь встретится с Тобой. Пусть сила Святого Духа сойдет. Я беру власть и запрещаю дьяволу говорить. Всякий бес и дух, порабощающий разум, убирайся прочь во имя Иисуса. Я запрещаю всякому духу глухоты, немоты, слепоты действовать. Я высвобождаю сейчас кровь Иисуса Христа, огонь Святого Духа, силой Святого Духа и властью имени Иисуса. Я запрещаю дьяволу касаться этих людей. Бог – твердыня крепкая. Иисус есть Господь. Отец, мы смиряемся перед Тобой. Мы сейчас смиряемся перед Тобой. Аллилуйя. 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 Адонай Элохим Цеваот. Аллилуйя. Rahu Yadah
Ашера я веобеве я во раху я се. Аллилуйя. Просто поклоняйтесь. Кила мама масо торобололо моси далабрия лама лама масанда лабрия лама. Божий Дух, пророческий Дух, апостольское помазание, пророческий Дух на этом месте. Рибалала мосо порианда лала мапрели мама мала мосе. Шиала бабо. Рибалала манда лария лама сидо. La la ma doloria la ma la ma la 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 la ma. Shida la bria la ba la la ba ria la ba la la ba ria la ba la la ba ria la ba la la ba. Перед тобой склоняюсь я, всемогущий Бог. Обозревает землю для того, чтобы видеть тех, которых сердце достаточно предано Ему. Очи Господа на верных земли. Он сказал: вы соль земли, вы свет мира. Слава Тебе!
уверен, слава, ты уверен, Бог. Склоняюсь я, всемогущий Бог, источник утешения, я нашел у твоих ног, как ты велик, нет тебе подобного, перед тобой склоняюсь я. Все, кто переживают хотя бы капельку отвержения в своей жизни, положите себе руку на грудь. Сейчас я буду молиться, Бог будет давать вам свободу. Я хочу быть послушен Святому Духу. Все, кто переживает хотя бы каплю отвержения в своей жизни, положите руку на грудь, Бог будет освобождать вас сейчас. Риба. Карабандолу рибам блеки таламам ролосу. Рибембели катала бреяла мосетея. Prandolom resete yambrala mosita, rimama mosete lebrelemo, rimbalango dorobo seteya, ruach Adonai alayan mashach Adonai oti, levasera navim, shlachani lachbosh lenechberei lev, likro leshvuim dror veleasurim, pkach koach, likro shnat ratzon leAdonai, ויום נקם לאלוהינו, לנחם כה על אבלים, לשום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אבל, שמן ססון תחת אפר, מעטי תהילה תחת רוח גאה. ועם איסוסה! פוץ ופוני! עתץ, Я прошу Тебя, чтобы любовь Твоя сейчас, Твоя рука любви сейчас опустилась в силе благодати на каждого из них. Ты сказал мне это сделать, и мы были послушны Тебе. Свобода! Свобода! Свобода, 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 свобода. Сейчас свобода. Сейчас свобода. Сейчас свобода. Во имя Иисуса благодать. 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 Любовь Отца. Благодать Иисуса Христа. Сила Иисуса Христа. Jēzus Kristus spēks. Sīla svītova duha. Svētā gara spēks. Sīla Božia. Spēks. Agoņ Božia, agoņ Božia na tebe. Agoņ Božia, agoņ Božia, agoņ Božia, agoņ. In Jesus name. Va imē Isusa. Agoņ. Būt svobodna. Būt svobodna. Будь свободна. Алла-ба-ба-ба. Будь свободна. Древнее все прошло тебе. Все новое.
похлопать. Присаживайтесь. Спасибо. Аллилуйя. Присаживайтесь. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Садитесь. Аллилуйя Иисусу. Слава. Аллилуйя. Слава. Господь, благослови нас сегодня, чтобы мы говорили Твое Слово, как Ты хочешь. Кунгс, сэти, шодэн мус, лэ мэс рунаем Тэу вард, ка Ту вэлэс. Соедини нас в Духе Святом. Савэна мус, святая гара. Помажь наши уста. Свайди мус, лупас. Мы смиряемся перед Тобой, Дух Святой. Мэс зэмоемэс Тава прекша, святая гарс. Говори через нас. Руна цавар мумс. Мы сейчас на самом деле открываем свое сердце. Мэс отверам Тэу савс сердц. Мы преклоняем свое ухо. Мес нулецам савас аусис. Разрушь все твердыни сегодня на этом месте. Изард висус цитокшнис шай вета. Созидай царство Твое в наших сердцах и в нашей душе. Лай мусу сирдис и мусу двеселе тек целта Тау валстиба. Мы благодарны Тебе, Иисус. Мес эсам патайцик Тев, Езу. Ты великий Бог. Ту эс варенс Диус. Пусть Твое помазание сейчас нарастает здесь. Лай Тавс сведимс. Пусть Твое масло сегодня разрушает всякое ярмо. Лай Тавас, Тава Эля изарди, апкадас шис важас. Мы подчиняемся Тебе. Мес покляемся Тев. Мы послушаемся Тебе. Мес эсам поклосим Тев. Мы почитаем Тебя. Мес годинам Тев. Мы уважаем Тебя. Мес ценам Теви. Мы любим Тебя. Мес милам Тев. Мы прилепляемся к Тебе. Мес пилипинамес пе Тевс. Ты великий превознесен. Ту эс лилс, ун ту эс годинац. Сотвори свои чудеса и знамения. Дариш савус бринумс ун зимес. Мы говорим, да придет царствие Твое. Мес сакам, лай нак Тава валстība. Да будет воля Твоя. Тавс прац, лай нотек. И на земле, как и на небе. У шис земс, ка дебесис. И подай нам хлеб насущный. Ун дод мумс мусденишчо майзи. Потому что мы будем живы. Йо мес бусим дзиви. Всяким словом, исходящим из уст Твоих. Но катра варда, кас изнак но Тавам лупам. Во имя Иисуса Христа. Иисус Христ варда. Аминь. Аминь. Вау. Аминь. Добрый вечер. Лавакар. Иисус Господь. Иисус Иркунгс. Все хорошо. Висер лаби. Я под помазанием сейчас просто. Es tagad vienkārši esmu zem svaidījuma. Иисус классный. Jēzus ir brīnišķīgs. Иисус сильный. Jēzus ir spēcīgs. Иисус всемогущий. Jēzus ir visvarens. Аминь. Amen. Благодарен Господу за вас. Es esmu pateicīgs Dievam par jums. Благодарен пастору Инесе. Esmu pateicīgs mācītājai Inesei. Спасибо вам. Paldies jums. Иисус здесь. Jēzus ir šeit. Иисус здесь, я говорю. Es saku, Jēzus ir šeit. Иисус на этом месте. Jēzus ir šajā vietā. Это хорошо, когда Иисус приходит. Ir brīnišķīgi, kad Jēzus atnāk. Можно плакать и сразу радоваться. Var raudāt un uzreiz priecāties. Только такие могут плакать и сразу радоваться. Tikai tādi var uzreiz raudāt un priecāties. Да? Vai ne tā? Которые имеют ум Христов. Kam ir Kristus prāts. Есть люди, которые хотят все логически прощупать, проверить. Ir cilvēki, kas visu grib pārbaudīt un iztaustīt. С Богом так не получится. Ar Dievu tā nesanāks. Кто был у него советником? Kas bija viņam padomdevējs? Кто может дать ему совет? Kas viņam var dot padomu? Ты не призван давать советы Богу. Tu neesi aicināts dot padomu Dievam. А Дух Святой призван быть твоим советником. Bet Svētais Gars ir aicināts būt par tavu padomdevēju. Поэтому смирись перед Богом. Tāpēc samierinies Dievu priekšā. И вознесет тебя в свое время. Un viņš savā laikā tev paaugstinās. Я не просто так говорю, я сейчас говорю какие-то это слово знание, пророческий дар. Es tagad vienkārši nesaku tu kaut kādu vārdu zināšanas dāvanu vai pravietojumu dāvanu. Bībele. Bībele. Skolko raz čitājāti knīgu? Kāk vi jo časta čitājāti knīgu Boži? Cik bieži jūs lasāt Dievu grāmatu? Izhod 3. glavā. 2. Mūzes 3. nodaļā.
Исход, 3 глава. 2 Мозес, 3 нодаля. 3 глава, Исход. Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадианского. Мозес ганея етру сава севастава Мидиана приестера авис. Однажды. Венрейз. Скажи однажды. Пасаки венрейз. Скажи однажды. Когда-то это с тобой тоже должно произойти. Там кадрейз ари ар тевим янотек. Однажды. Венрейз там янотек ари ар тевим. Провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божьей, Хариву. Viņš aizdzināvis pāri tūkstnesim un nonāca pie Dieva kalna Horeba. Он пришел к горе Божьей. Viņš atnonāca pie Dieva kalna. Однажды. Vienreiz. Он пас овец. Viņš ganīja avis. Около 40 лет. Около 40 лет. Apmēram 40 gadus. 40 лет он убежал с Египта. 40 лет убежал с Египта. Viņš 40 gados aizbēga no Ēģiptes. 80 лет Бог призвал его. 80 годов Dievs viņu aicināja. Около 40 лет он делал одно и то же. 40 gadus viņš darīja vienu un to pašu. Но он делал это верно. Viņš to darīja uzticam. Он делал это искренне. Viņš to darīja no sirds. Он делал это по-настоящему. Viņš darīja to pa īstam. 40 лет. 40 пасти овец. Ганить овец. Своего тестя и тещи. Сам сева ставил, он сева смацавис. Не просто работать со своим тестем. Но венкарш страдает, а сам сева ставил. Кто знает, скажи аминь. Казин вар тейкт амин. Вообще с родственниками нелегко работать. Виспар радием на увегли. Но я честно говорю. Из года иксаку. Вот у меня, если родственники, кто-то со мной работает, со мной нелегко, потому что я их родственник. Я как-то с моим родным страдаю, арманин, то виним на увегли, если с моим родным. Ну, короче, если у тебя требования есть какие-то к человеку, к родственнику, у тебя еще больше требований. Я тебе верю, когда спросибс пред человек, то пред родным, кто будет вел аукстак, что спросибс. И вот он у тести своего Иофора. Он виньш самом етрус, самом севстаемом. Пас не своих овец. Viņš neganīja savas avis. 40 лет. 40 gadus. И делал это усердно. Un darīja to cītīgi, uzcītīgi. Скажи усердно. Pasaka uzcītīgi. Библия говорит, все, что делаете, делайте как для Господа. Un Bībelē teiks, visu, ko jūs darāt, dariet kā priekš Dieva. И однажды он провел стадо далеко. Un vienreiz viņš aizveda šo ganāmpulku tālu. Мы можем что-то делать обычное каждый день. Mēs varam kaut ko pierastu darīt katru dienu. Мы можем молиться обычно. Mēs varam vienkārši lūgt. 2 часа в день. 2 stundas dienā. 3 часа в день. 3 stundas dienā. Но это может быть нашим обычаем. Bet tas var būt mūsu ierastais. Мы это делаем по обычаю своему. Mēs to darām pēc sava pieredumu, jeb ieredumu. Обычно делаем. Vienkārši, pēc ieredumu darām. Но есть время. Bet ir laiks. Когда? Kad? Или однажды. Jeb vienreiz. Или вдруг. Vai pēkšņi. Тебе нужно пойти далеко. Tev jāaiziet tālu. Тебе нужно прийти к горе. Tev jāaiziet pie kalna. Тебе нужно прийти к горе. Tev jānonāk pie kalna. Тебе обязательно нужно прийти к горе. Tev obligāti jānonāk pie kalna. Если ты не придешь к горе, ja tu nenonāksi pie kalna, то ты не исполнишь своего полного призвания, которое Бог даровал тебе до начала мира. Ja tu nenonāksi pie kalna, tad tu neizpildi šo aicinājumu, kur Dievs tev ir devis vēl pirms pasaules radīšanas. Когда-то в твоей жизни должно произойти что-то необычное, чтобы ты пошел дальше. Kādreiz ir jānotiek tavā dzīvē kaut kam neparastam, lai tu ietu tālāk. Я хочу, чтобы вы понимали, что Моисей был усердный человек. Es gribu, lai jūs saprotat, ka Mozus bija uzcītīgs cilvēks. Он не был поверхностным человеком. Viņš nebija virspusējs. Он не был человеком, который делает на тебе, Боже, что мне не гоже, лишь бы быстро сделать и отвязаться.
Un viņš nedarīja tā, ņem Dievs tas, kas man nav vajadzīgs, un lai es ātrāk tiktu vaļā. Он делал всё усердно. Viņš visu darīja cītīgi. Если вы не будете усердными в том, что вы делаете, ja jūs nebūsiet cītīgi tajā, ko jūs darat, вы никогда не будете серьёзны, чтобы дойти до горы. Jūs nekad nebūsiet pietiekoši nopietni, lai aiziet līdz šim kalnam. Однажды он провёл стадо далеко, скажи далеко. Vienreiz viņš aizveda šo ganāmpulku tālu, un tu var teikt tālu. Скажи далеко. 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 Tālu. Мне это нравится. Он сказано через пустыню. Через пустыню. Далеко. Далеко, короче. То есть он прошёл одну пустыню и оказался во второй пустыне. Viņš aizgāja cauri vienam tūkstnesim, nonāca pie nākamā. Далеко провёл стадо. Далу изведа шо. И явился ему ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. Un tā kunga eņģelis viņam parādījās uguns liesmā no ēršķu krūma. И увидел он, что терновый куст горит огнём, но куст не сгорает. Un viņš skatījās, un redzēja ēršķu krūmas dega ugunīs, bet nesadega. Моисей сказал: "Пойду и посмотрю на сие великое явление, от чего куст горит". Neizgarājiet. Tad Mūzes sacīja, es iešu tuvāk un apskatīšu šo lielo parādību, kādēļ ēršķu krūms nesadeg. Gospodju vidil. Skaži, Gospodju vidil. Gospodju vidil. Vidil. Dievs redzēja. Gospodju vidil napisana. Un šeit rakstīts, Dievs ieraudzīja, Dievs to ieraudzīja. Nikada mēs neobrašājam vnimanie na eti vieši. Gospodju vidil. Dievs ieraudzīja. Što on idiot. Ka viņš nāk. Господь увидел, что он идёт. Dievs ieraudzīja, ka viņš nāk. Я хотел бы, чтобы Господь наш увидел, что я иду. Es gribu, lai mūsu Dievs ieraug, ka es nāku. Я хотел бы, чтобы Господь наш увидел, что ты идёшь. Es gribu, lai mūsu Dievs ieraug, ka tu nāc. Когда ты идёшь не туда, Господь не видит. Ka tu ej ne tur, kur vajag, Dievs neredz. Хотя он видит всё. Kaut gan viņš redz visu. Его это не особо интересует. Viņam tas īpaši neinteresē. Его интересует одно место, куда ты проходишь. Viņam interesē viena vieta, uz kur tu nāc. Это когда ты идёшь к нему на гору. Kad tu ej pie viņa tautas. Господь увидел. Dievs ieraudzīja. Скажи, Господь увидел. Dievs ieraudzīja. Что он идёт смотреть и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: "Моисей, Моисей". Он сказал: "Вот я, Господи". Bet tas kungs redzēja, ka viņš gāja tur plūkot un sauca tam no krūma un sacīja, Mozu, Mozu, Mozu sacīja, te es esmu. Es сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Tas kungs sacīja, nenāc tuvāk, novelc savas kurpes no savām kājām, jo tā vieta, kur tu stāvi, ir svēta zeme. Это может быть в любом месте. Tas var būt jebkurā vietā. Это может быть в Энспилсе. Tas var būt Ventspilī. Это может быть в Иерусалиме. Tas var būt Jeruzalemē. Это может быть в Кулдыге. Tas var būt Kuldīgā. Это может быть в любом месте планеты Земля. Tas var būt jebkurā vietā uz šīs planētas. То место, куда ты идёшь, чтобы встретиться с Богом. Tā vieta, kur tu ej, lai satiktos ar Dievu. Это гора Божья. Tā ir Dieva, tas ir Dieva kalns. И это место свято. Un tā vieta ir svēta. Потому что Бог приходит туда встречаться с тобой. Tāpēc, ka Dievs nāk ar tevīm satikties tur. Бог святой. Dievs ir svēts. И говоря ему, сними обувь свою. Un kad viņš saka, novelc savas kurpes. Он имеет в виду. Viņš domā. Ты ходил 40 лет обычно. Tu vienkārši staigāji 40 gadus. Ты все делал хорошо, с усердием, но это было обыкновение, обычно. Tu visu darīji uzcītīgi, bet tas viss bija pēc ieraduma vienkārši. Сейчас же, что будет с тобой происходить, это необычно. Bet tas, kas tagad ar tevīm notiks, tas būs neparasts. Что-то должно внутри тебя измениться. Kaut kas tevī iekšēnē ir jāizmainās kaut kam. Должен произойти внутри тебя трепет и почёт ко мне, говорит Господь. Tevī iekšēnē ir jābūt trīsām, ja cieņai, bībai pret mani. Когда мы приходим встречаться с Богом, мы наполняемся трепетом. Kad mēs nākam satikties ar Dievu, mūs pārņem bība. Благоговением, страхом Божьим. Ar Dievbību. Это очень важно о том, что я говорю. Tas ir ļoti svarīgi, tas, ko es saku. Это необычное место, где ты встречаешься с Богом. Tā nav vienkārša vieta, kur tu satiekies Он говорит, сними свою обувь. Viņš saka, novelc savas kurpes.
Измени свое обыкновение. Izmaini šo savu ierasto. Поменяй своё мышление. Maini savu domāšanu. Это не то, что ты делал 40 лет. Tas nav tas, ko tu esi darījis jau 40 gadus. Это что-то намного выше и могущественнее и величественнее, чем ты можешь себе представить. Tas ir daudz varenāk, daudz lieliskāk, nekā tu vari sev iedomāties. Это ты, пылинка, песчинка, маленький человек, идёшь встречаться с великим Богом. Tas ir, ka tu maziņš, niecīgs cilvēks, ej satikties ar lielu visvarenu Dievu. Я хочу сегодня, чтобы мы поняли одну вещь, что, друзья, ну, надо умолиться перед Богом. Mums ir jāmazinās, jākļūst niecīgiem Dievu priekšā. Это ты, я, маленькие люди, ничего не значащие. Tie esam es un tu šie maznozīmīgie cilvēki, kas nekā nenozīmē. Он зовёт нас. Un Dievs viņš lūs, aicina mūs. Он привлекает наш взгляд. Viņš mūs vilina vēl mūs skatīt. Он ожидает нас. Ожидает нас. Что мы придём к нему навстречу. Ka mēs atnāksim viņam uz satikties. Что мы придём с ним встретиться. Ka mēs nāksim ar viņu satikties. Что мы придём с ним познакомиться по-настоящему. Ka mēs atnāksim ar viņu satikties pa īstam, iepazīties. Это не то, чтобы ты делал в своей религиозной жизни. Tas nav tas, ko tu esi darījis savā reliģiozajā dzīvē. Это намного больше и сильнее. Tas ir daudz vairāk un daudz spēcīgāk. Это не то, чтобы что Моисей 40 лет назад узнал, что он еврей. Tas ir vairāk nekā Mozes uzzināja 40 gadus atpakaļ, ka viņš ir ebrejs. Его еврейство не могло ему помочь. Viņu ebreju stāvoklis nevarēja viņam palīdzēt. Он должен был встретиться по-настоящему с Богом. Viņam vajadzēja pa īstam satikties ar Dievu. Ты можешь 40 лет ходить в одну и ту же церковь и сидеть в церкви. Tu vari iet 40 gadus uz vienu to pašu draudzi un sēdēt draudzē. Но если ты по-настоящему не встретился с Богом, bet ja tu pa īstam neesi saticies ar Dievu, то прости, что я скажу это, горе тебе. Tas, ko es varu teikt, tas ir bēdas tev. Я говорю кому-то сегодня. Es kādam to saku šodien. По-настоящему. Pa īstam. Чтобы твоя сущность изменилась. Lai tava būtība izmainītos. Чтобы твоя внутренность изменилась. Lai tava iekšiene izmainītos. Чтобы твои приоритеты поменялись. Lai tavas prioritātes izmainītos. Чтобы ты преобразился в образ его. Lai tu varētu pārvērsties viņa tēlā, viņa līdzībā. Тебе нужна настоящая встреча с Богом. Tev ir vajadzīga īsta tikšanās ar Dievu. Тебе это нужно. Tev tas ir vajadzīgs. Мне это нужно. Man tas ir vajadzīgs. Каждому человеку это нужно. Katram cilvēkam tas ir vajadzīgs. Бог хочет, чтобы ты пришёл к нему навстречу. Dievs vēlas, lai tu atnāc satiecies ar viņu. Во имя Иисуса. Jēzus vārdā. Во имя Иисуса. Jēzus vārdā. Ты должен обозначить Tev jāapzīmē. И сделать встречу с Богом. Un jāpadara šī tikšanās ar Dievu наиважнейшими часами и временем своей жизни. Par savas dzīves vissvarīgāko laiku un vissvarīgākajām stundām. Это больше, чем ты можешь встретиться с президентом, с премьер-министром, с власть имеющими, с кем бы это ни было. Tas ir daudz vairāk, nekā tu satiktos ar premjer-ministru vai ministru prezidentu vai pašu prezidentu, ja vienalga ko. Это встреча с Богом. Tā ir tikšanās ar Dievu. Бог. Dievs. Какое твое отношение? Kāda ir tava attieksme? К этим встречам. Pret šīm tikšanās reizēm. Какое твое отношение? Kāda ir tava attieksme? Потому что Бог тебя ждёт и зовёт. Jo Dievs tevi gaida un aicina. Тебе нужно это. Tev tas ir vajadzīgs. Я не знаю, я хотел говорить немного о другом. Es gribēju nedaudz par citu ko runāt. Кому-то, я думаю, я говорю. Bet kādam es runāju, es domāju. Тебе нужно встречаться с Богом. Tev jātiekās ar Dievu. Тебе нужно встречаться с Иисусом. Tev vajag satikties ar Jēzu. Слушайте, что происходит с Моисеем. Klausieties, kas notiek ar Mozu. Бог начинает говорить с ним там. Dievs sāk ar viņu tur runāt. Бог призывает его. Dievs aicina viņu. И происходит потрясающие вещи. Un notiek vienkārši satriecošas lietas. Он говорит, да я не могу. Viņš saka, es nevaru. Он не соврал. Viņš nesameloja. Viņš teica godīgi. Когда ты приходишь присутствие Божие. Kad tu nāc Dievu klātbūtnē. Ты понимаешь, что ты никто. Tu saproti, ka tu esi nekas. Я не хочу унизить никого. Es nevienu negribu pazemot. Но ты понимаешь, что ты такой маленький. Bet tu saproti, ka tu esi tik maziņš. Ты такой никчёмный. Tik nevērtīgs. И великий Бог.
Un varenais Dievs tebi aprizval. Tevi ir aicinājis. Не, вы понимаете, о чем я говорю или нет? Сопротит, про кое сорунаю. Не, иной раз надо обновлять свое мышление вот такими словами. Великий Бог. Мумсериат я у нас саудомашна тады вардем. Варенайс Диос. У нас все так иной раз это религиозно все. Мумсвиста стата, религиоз. Рабалаката рабабамбам бронго дуробо амен. Хоша рабаката раба. Так у нас бывает так. Там у нас мэдзу. Мне это нравится, я так делаю. Мандас патик мэста. Но я говорю сейчас о более высоких материях. Es runāju par augstākām matērijām. Когда ты приходишь к великому Богу. Kad tu nāc pie visvarenā Dieva. И он начинает тебе говорить. Un viņš sāk tev runāt. Это потрясающе. Tas ir satriecoši. Это что-то мощное. Tas ir kaut kas varens. Многие верующие уже это воспринимают как само собой разумеющееся. Daudzi ticīgie pieņem to kā pašu par sevi saprotamu. Типа Бог им должен. Un Dievu, Dievs viņiem ir Бог parādā. Никому ничего не должен. Dievs nevienam neko nav parādā. Богу просто нравится с тобой общаться. Dievam vienkārši patīk ar tevi būt sadraudzībā. Потому что то, что он делал в Эдемском саду, он общался с человеком. Jo tas, ko viņš darīja Ēdenes dārzā, viņš bija sadraudzībā ar cilvēku. И когда Адам согрешил, это общение прервалось. Un kad Ādams sagrēkoja, šīs sarunas, šīs tikšanās pārstāja eksistēt. Когда-то тебе Партрук. Нужно будет прекратить обыкновение. Кадрейс бус я партрауц, шис ирастаес. Обыденность. Ирастумс. Тебе надо будет пойти дальше. Тео бус я гэт талак. Это многого тебе будет стоить. Тас тео даудз вар максат. Это будет очень дорого. Тас бус лёти дарги. Очень дорого. Лёти дарги. Потому что там придется тебе познать живого Бога. Jo tur tev nāksies iepazīt dzīvu Dievu. Priznāt. Un atzīt, что ты ничего не можешь. Ka tu nekā nespēji. Моисей говорит, начал заикаться, я не могу, говорит. Un Mozes sāk stostīties un teica, es nevaru. Он говорит, я не могу. Es nevaru. Он говорит, а ну, положи руку себе в пазуху. Viņš saka, ieliec roku sev azotē. И вытащи ее. Un izvelc to. Он ее вытащил, вся рука в проказе. Un viņš izvelk un visa roka spitālīga. А вы знаете, да, что проказу никто не может исцелить, нет лекарства от нее. Nav nekādas zāles pret spitālību. В то время нет не было никаких лекарств от этого. Tajā laikā nebija nekādas zāles. То есть Бог говорит, я знаю, что ты Dievs грешный saka, человек. Es zinu, ka tu esi grēcīgs cilvēks. Потому что проказа это прообраз греха. Jo šī spitālība tas ir grēka līdzība. Я хочу, да, мы праведны во Христе Иисусе. Я знаю и верю в это. Taisnoti Jēzu Kristu, es tam ticu. Но я хочу, чтобы вы поняли, что нас грешников призвал Бог в свою праведность. Es gribu, lai jūs saprotat, ka mūsu grēciniekus Dievs ir aicinājis savā taisnumā. Он говорит, теперь еще раз положи свою руку. Un viņš saka, ieliec vēlreiz savu roku. И он вытаскивает рука его. Чистая. Un viņš izvelk, un roka ir tīra. Потом он говорит, брось, что у тебя в руке. Un viņš saka, nomet to, kas tev rokās. И посох превращается в змею. Un šis ganas izlis pārvēršas par čūsku. Un paņem čūsku aiz astes. Взять змею за хвост, это сразу похоронить себя. Paņem čūsku aiz astes, tas nozīmē apglabāt sevi. Бог показывает ему, что не силой и не воинством, Dievs но духом viņu. Моим, говорит Господь Саваоф. Nevis ar savu spēku un varēšanu, bet ar manu garu, saka tas kungs Cebots. Я обычно сразу распознаю людей, которые не встречаются с Богом. Не встречаются, если люди с Богом. Ja cilvēki netiekās ar Dievu, es viņiem stāstu. Они могут много говорить. А, es viņus atpazīstu. Они могут много говорить. Viņi var daudz runāt. Но нет силы в словах. Bet nav spēka vārdos. Помазания нет. Nav svaidījuma. Власти нет. Nav varas. Почему? Kāpēc? Потому что с Богом они не встречались. Tāpēc, ka ar Dievu viņi netiekās. Он берет змея за хвост. Viņš ņem čūsku aiz astes. Это превращается в жезл, власти. Tas pārvēršas par zīzli, par varas simbolu. Которым впоследствии Моисей творит чудеса и знамения. Ar kuru Mūzes beigās dara zīmes un brīnumus. Моисей творит, обрати внимание. Pievērs uzmanību, ka Mūzes dara не šos Бог brīnumus. Творит, Моисей творит. Nevis Dievs dara, bet Mūzes dara. Когда ты начнешь встречаться с Богом, kad tu sāksi tikties ar Dievu, Бог начнет доверять тебе великие вещи. Dievs tev sāks uzticēt lielas lietas. Еще раз.
Vēlreiz. Когда ты начнёшь встречаться с Богом, kad tu sāksi tikties ar Dievu, Бог начнёт доверять тебе величайшие вещи. Dievs tev sāks uzticēt vislielākās lietas. Lielas lietas, которые ты не мог уразуметь. Kuras tu nevarēji ar prātu saprast. Которые ты не мог никогда поверить. Kuras, kuram tu nevarēji vispār noticēt. Поэтому Библия говорит, что Бог может сделать несравненно больше. Tāpēc Bībele saka, ka Dievs var izdarīt nesalīdzināmi vairāk. Чего мы просим или о чём помышляем. Ko mēs lūdzam viņam vai ko, par ko mēs domājam. Мы все ищем больших вещей. Mēs visi meklējam lielas lietas. Мы все ищем силы и власти. Mēs visi meklējam varu un spēku. Мы все ищем благословение. Mēs meklējam svētības. Bet Jēzus saka, visu pirms. Ищите царство его и правды его. Visu pirms meklējiet viņa valstību un viņa taisnību. Библия говорит: ищите лица Божьего всегда. Bībele saka, meklējiet vienmēr Dievu seju. Прежде всего нужно искать Бога самого. Vispirms vajag meklēt pašu Dievu. Для того, чтобы ходить в обетованиях Иисуса Христа. Lai varētu staigāt Jēzus Kristus apsolījumus. Для того, чтобы творить дела Иисуса Христа. Lai varētu darīt Jēzus Kristusu Ты должен darbus. Смотреть на Иисуса. Tev jāskatās uz Jēzu. И поступать как Иисус. Un jārīkojas kā Jēzus. Так началась встреча Моисея с Богом. Tā sākās Mūzes tikšanās ar Dievu. Встреча Иисуса с Богом началась похожим образом. Un Jēzus tikšanās ar Dievu notika līdzīgā veidā. В третьей главе Луки. Lūkas evaņģēlija 3. Nodaļā. Иисус приходит и как смиренный человек крестится от Иоанна. Un Jēzus atnāk, un viņš kā pazemīgs cilvēks, viņš nāk kristīties Jāņa kristībā. И в четвёртой главе Луки мы видим, как Дух Божий. Un 4. Nodaļā mēs redzam, kā Dieva gars. Ведёт Иисуса в пустыню. Dieva gars aizved Jēzu tuksnesī. Зачем? Priekš kam? Чтобы дьявол искушал его. Lai velns viņu kārdinātu. Jā, slyšal taki propovedi. Es esmu dzirdējis tādas spriedzes. Они нормальные, классные. Tie ir normāli. Но есть что-то больше этого. Есть больше этого что-то. Ir kaut kas vairāk. Дух Святой ведет Иисуса в пустыню, чтобы Иисус встретился с Богом. Dieva gars ved Jēzu tuksnesī, lai Jēzus satiktos ar Dievu. Дух Божий ведет Иисуса в пустыню. Как вы думаете, что он там делал на протяжении 40 дней? Kā jūs думаете, ko viņš tur darīja 40 dienu garumā? На протяжении 40 дней он встречался с Духом Божьим. Un 40 dienu garumā viņš tikās ar Dievu garu. И в конце залкал, был голодным, проголодался. Un beigās viņš bija izsalcis. И пришел сатана. Un atnāca Sātans. Почему он смог победить сатану? Kāpēc viņš varēja uzvarēt Sātanu? Потому что он встречался с Богом. Jo viņš tikās ar Dievu. Почему ты сможешь победить сатану? Kāpēc tu spēsi uzvarēt Sātanu? Победить искушение. Uzvarēt kārdinājumus. Победить испытание. Uzvarēt pārbaudījumus. Потому что ты встречаешься с Богом. Tāpēc, ka tu tiecies ar Dievu. И написано, что Иисус вышел. Ir rakstīts, ka Jēzus izgāja. В силе духа. Гора спека. И начал изгонять бесов. Он сак исцелять больных, воскрешать мёртвых. Un augšām celt mirušos. Но на этом его встреча с Богом не прекращалась. Bet ar to nebeidzās viņa tikšanās ar Dievu. Он практически каждый вечер уходил на гору. Viņš katru vakaru praktiski gāja uz kalnu. Слушайте, что произошло с Моисеем. Вернёмся к Моисею. Atgriezīsimies pie Mozes un paskatīsimies. Давайте вернёмся к Моисею. Исход 24 глава. 2. Mūze 24. Nodaļā. Исход 24. Глава. 24. Nodaļā. Потом зашел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и 70 из старейшин Израилевых, и видели место стояния Бога Израилева, и под ногами его нечто подобное работе из чистого сапфира, и как самое небо ясное. 24.9. 9. Пантынь. Он Мозес ускап кална, он Аронс, Nadabs un Abijs un 70 no Izraela vecajiem, un viņi redzēja Izraela Dievu zem viņa kājām bija kā safīra pamats, tik skaidrs kā pašas debesis. Bet viņš... Da. Nu, on nepracinul, da? I on neprastior ruki svoje na izbranih. Bet viņš neizstiepa savu roku pret Izraela bērnu izredzētajiem. Iz sinov Izraelevih. Oni videli miesto Boga i jeli i pili.
Tie redzēja Dievu, ēda un dzēra. И сказал Господь Моисею. И он tas kungs sacīja uz Mūzu. Взойди ко мне на гору. Nāc pie manis augšā kalnā. Взойди ко мне на гору. Nāc pie manis augšā kalnā. Взойди ко мне на гору. Nāc pie manis augšā kalnā. Это мощное слово. Tas ir spēcīgs vārds. И прибудь там. Un paliec tur. Будь там. Paliec tur. Будь там. Paliec tur. Я дам тебе скрижали завета. Es tev došu akmens plāksnes. Он говорит: я сам напишу эти скрижали. Es pats uzrakstīšu. Первые скрижали были написаны перстом Божьим. Pirmās plāksnes bija uzrakstītas ar Dieva roku. Вы знаете, что это такое для нас новозаветных людей? Ziniet, kas tas ir priekš mums jaunās darības cilvēkiem? Это откровение Святого Духа. Tas ir svētā gara atklāsme. Если мы не входим на гору Божью. Ja mēs neuzējam Dievu kalnā. Если мы не пребываем на горе Божьей. Ja mēs neesam Dievu kalnā, nepaliekam. Мы не получаем откровение. Mēs nesaņemam atklāsmi. А без откровения свыше мы погибаем. Bet bez šīs atklāsmes no augšienes mēs mirstam. Без откровения свыше мы растеряны, мы потеряны. Мы не знаем, куда мы идем. Atklāsmes mēs esam pazuduši, mēs nezinām, kur mēs ejam. Мы не знаем, для чего мы живем. Mēs nezinām, kādēļ mēs dzīvojam. У нас нет цели. Mums nav mērķa. У нас нет радости. Mums nav prieka. У нас есть воздыхание постоянно. Mums ir nopūtas. Печаль. Скумьес. Все тяжело. Viss ir grūti. Но когда мы восходим на гору. Bet kad mēs paceļamies šai kalnā. Когда мы пребываем на горе. Kad mēs paliekam šai kalnā. Приходит откровение. Atnāk atklāsme. Как оно приходит? Kā tā atnāk? Приходит помазание Святого Духа. Atnāk svētā gara svaidījums. И превращается в откровение для нас. Un pārvēršas par atklāsmi priekš mums. И тогда ярмо, которое тяготило нас, разрушается. Un tad visas šī sakas, kas tev ir tās, tiek sagrautas. Вы со мной. Jūs esat ar mani. Моисею было очень тяжело. Mūzum bija ļoti, ļoti grūti, smagi. 3 miljonu cilvēku. 3 miljonu cilvēku. Nakarmi. Pabarot. Napai. Padzirdīt. Uspakoj. Nomierināt. Nauči. Iemācīt. Очень тяжело. Ļoti grūti. И Бог ему говорит. Un Dievs viņam saka. Тебе нужно подняться на гору. Tev jāatnāk, jāuzkāp kalnā. И пребывать там. Un palikt tur. Прибыть на горе. Palikt šai kalnā. Чтобы получить мое откровение. Lai saņemtu manu atklāsmi. Когда вы делаете что-то, kad jūs kaut ko darat, рабасондо, были ли вы на горе? Vai jūs esat bijuši kalnā? Говорил ли вам Бог? Vai Dievs jums runāja? Прибывали ли вы на горе? Vai jūs palikāt šai kalnā? То, что вы делаете, tas, ko jūs darat, Бог ли сказал вам это? Dievs vai Dievs to jums ir teicis? Бог ли проговорил вам делать то, что вы делаете? Vai Dievs jums ir teicis darīt to, ko jūs darat? Если вы это делаете и вы сами сказали себе, ja jūs to darāt un jūs paši sev esat sacījuši, то я не уверен, что результат будет 100%. То es neesmu pārliecināts, ka rezultāts būs 100%. Если вы верующие люди, я не уверен, что результат будет вдохновляющим и результат будет таким, который вы ожидаете. Un ja jūs esat ticīgi, tad ja jūs neesat pārliecināti, ka rezultāts būs tāds iedvesmojošs. Jūs varat strīdēties ar mani. Вы можете сказать, а как неверующие живут? Как неверующие живут? Jūs varat pateikt, kā tad neticīgi dzīvo? Я не знаю, как неверующие живут. Я говорю к верующим сегодня. Es nezinu, kā neticīgi dzīvo, es runāju uz ticīgiem šodien. Меня вообще не интересует, как они живут. Им я призван только проповедовать Евангелие. Un es neinteresē, kā viņi dzīvo, viņiem es esmu aicināts sludināt evaņģēliju. Бог любит их. Dievs viņus mīl. Но Бога интересует, как ты живёшь. Bet Dievu interesē, kā tu dzīvo. Потому что они не призваны приходить на гору с Богом, а jo, ты призван. Jo viņi nav aicināti nākt uz kalnu ar Dievu, bet tu esi aicināts. Знаете, человек, который поднимается на гору. Cilvēks, kurš kāp šai kalnā. И оставляет всякую суету. Un atstāja visas raizes. И пребывает на горе. Un paliek šai kalnā.
он получает откровение Святого Духа. Viņš saņem Svētā Gara atklāsmi. Когда он спускается оттуда, kad viņš nolaižās no turienes, это откровение превращается в силу Господню. Un šī atklāsme pārvēršas par Dieva spēku. И нет силы на планете Земля. Un nav uz šīs planētas Zemes spēka. Никого. Nekāda. Кто может остановить? Kas var apturēt? Слово. Vārdu. Который получил человек на горе с Богом. Kuru cilvēks ir saņēmis šajā kalnā no Dieva. Никто не может остановить. Neviens nevar apturēt. Никакой сатана. Nekāds satans. Никакой дьявол. Neviens vēlns. Никакой человек. Nekāds cilvēks. Никакой бес. Nekāds ļaunais gars. Нет никого на планете Земля и на небе. Nav neviena uz šīs planētas Zeme un debesīs. Кто может противостать слову, которое человек получил на горе, пребывая с Богом? Kas varētu apturēt šo vārdu, ko cilvēks ir saņēmis, būdams kopā ar Dievu? Вы знаете, был еще один человек. Bija vēl viens cilvēks. Илия пророк. Pravietis Elija. Он убил 850 лжепророков. Viņš nogalināja 850 viltus praviešus. Ахав, царь, рассказал своей жене Изавель или Изавели. Un Ахабs ķēniņš, viņš pastāstīja savai sievai Jezebelē. То, что Илия пророк сделал с лжепророками. То, ko Elija izdarīja ar šiem viltus praviešiem. Лжепророки служили Изавели. Šie viltus pravieši kalpoja Jezebelei. И она сказала, то и то сделают мне боги и больше сделают, если душа твоя точно так же, как их душа, останется в живых или не будет, как их душа. Короче, я тебя истреблю. Un citiem vārdiem, Dievs, lai dar man tā un vēl vairāk, ja tu paliksi dzīvs, citiem vārdiem. Слушайте, это очень интересная история. Tas ir ļoti interesants stāsts. Он испугался. Viņš nobijās. Он убежал. Viņš aizbēga. У него был длинный путь, куда он побежал? Viņam bija garš ceļš, kur viņš aizbēga? Горе Божие Хариву. Uz šo kalnu Hareba kalnu. Куда ты бежишь, когда вокруг страхи? Kur tu bēdz, kad tev ir apkārt bailes? Kamu ты обращаешься? Pie kā tu vērsies? Написано, что он 40 дней шёл к горе Божией Хариву. Ir rakstīts, ka viņš 40 dienas gājuši šo Hareba kalnu. И теперь слушай, что произошло. Un klausies, kas notika. Давайте откроем третье царство. Atvērsim pirmo Samuelu. Третье царство. Pirmā ķēniņa. Aleluja. 19 глава. 19 nodaļa. С 9 стиха. Но 9 панта. И вошел он там в пещеру и ночевал в ней. И вот было к нему слово Господне. И сказал ему Господь, что ты здесь, Илия? Un viņš iegāja ielā un palika tur pa nakti, un redzi tā kunga vārds nāca pār viņu sacīdams, no kurienes tu nākdams, Elija? Izvinti. Сейчас Бог исцелил у кого-то ногу, колено. Kādam Dievs dziedina celi, pieņem savu dziedināšanu. И сказал Господь, что ты здесь, Илия? No kurienes tu nākdams, Elija? И слушайте. Un klausies. Он сказал. Возрив на вал я, Господи, Боги Саваофи, ибо сыны Израилевы оставили завет Твой, разрушили Твои жертвенники, и пророков Твоих убили мечом. Остался я один, но и моей души ищут, чтобы отнять ее. Un viņš sacīja, Dektinis, esmu dedzis savā centībā tam kungam, Dievam Cebotam, jo Tavu derību Izraela bērni ir atmetuši, Tavus altārus viņi ir sadragājuši un Tavus praviešus ar zobenu nokāvuši, un es vienīgais esmu atlicies, un viņi tīko pēc manas dzīvības, lai to man atņemtu. Es kazal, vidi izstaņi na garie pridlicom gaspodņim. Un viņš sacīja, izei ārā un nostājies tā kunga priekšā kalnā. Где стать? Kur nostājies? На горе. Kalnā. Как стать? Пред лицом, лицом к лицу. Kā nostājies ar seju pret Dievu? Вот чего Бог ищет. Lūk, ko Dievs meklē. Вот чего Бог ожидает. Lūk, ko Dievs sagaida. Царь Давид говорит, сердце мое говорит от тебя. Cieniņš Dāvids saka, manas sirds говорит от тебя, Боже, от тебя. Saka, no tevis, Dievs. Ищите лица моего. Meklējiet manu vaigu. Ja un gart, i ja
буду искать лица Твоего. Un viņš saka, es meklēšu Tavu vaigu. Не сокрой от меня лица Твоего, говорит Давид. Nenovērš savu vaigu no manis. Не отвергни во гневе раба Твоего, Боже. Dusmās neatstum savu kalpu. Это самое главное для Божьих людей. Tas ir pats galvenais Dieva cilvēkiem. Слушайте, что происходит. Он ему говорит, стань на горе пред лицом моим. Viņš saka, nostājies mana vaiga priekšā kalnā. Пред лицом моим, скажи, пред лицом Господним. Tu var pateikt, Dievu vaiga priekšā. И вот Господь пройдет и большой, и сильный ветер. Un tas kungs gāja garām liela un spēcīga vētra. Классное служение, большой и сильный ветер. Spēcīga, tā lieliska kalpošana, spēcīgs vētrs. Это общее служение. Это общее служение. Tā ir kopīgā kalpošana. Это сильное служение. Tā ir spēcīga kalpošana. Это классное служение. Tas ir lieliska kalpošana. Это Деяния апостолов, 2 глава. Tā ir otrā nodaļa apostoļu darbos. Раздирающий горы, сокрушающий скалы. Kas sašķiļ kalnus un sadrupina klintis. Пред Господом. Gāja tam kungam pa priekšu. Но не ветри Господь. Bet šī vētrā nebija tas kungs. После ветра землетрясение. Pēc vētras nāca zemestrīce. Классное служение. Lieliska kalpošana. Они помолились, и место, на котором они молились, поколебалось от силы Божьей. Un viņi lūdza kopā, un šī vieta sāka nodarbēja. Я хочу, чтобы такое было. Es gribu, lai tāds notiek manā dzīvē. Но не в землетрясении, Господь. Bet tas kungs nebija šajā zemestrīcē. После землетрясения огонь. Un pēc zemestrīces bija uguns. О, мне нравится вообще огненное служение. Man patīk ugunīga kalpošana. Я просто жажду огня Божьего. Man es slāvstu pēc Dieva uguns. После огня. Pēc uguns. Веяние тихого ветра. Lēna balss. Скажи веяние. Tāda kā vēsma. Тихого ветра. Kā lēns vējš. И там Господь. Написано. Он тур рakstīts, un tur bija tas kungs. И там Господь. Un tur kungs. Это личная встреча с Богом. Tā ir personīga tikšanās ar Dievu. Богу там не нужно твои дары. Dievam nav vajadzīgs tavs dāvanas. Богу там не нужны твои таланты. Dievam nav vajadzīgi mūsu talanti. Богу там нужен ты. Dievam tur esi vajadzīgs tu. Я не сказал, что таланты и дары это плохо. Es neteicu, ka dāvanas un Я не сказал, что нам не нужно ходить в церковь, как многие думают и говорят. Es neteicu, ka mums nav jāiet draudzē, bet daudzi domā un dara tā. Я не сказал, что землетрясение, ветер сильный и огонь это плохо. Es neteicu, ka zemestrīce, uguns un vējš, ka плохо. Tas ir slikti. Я не сказал, что es to neteicu. Это хорошо. Tas ir labi. Но я говорю сейчас о встрече с Богом. Bet tagad es runāju par tikšanos ar Dievu. Что есть место, ka ir vieta, где Богу нужен ты и твое сердце. Kur Dievam es vajadzīgs tu un tava sirds. Он говорит, я хочу тебя всего. Es gribu tevi visu. Они пришли к Иисусу. Viņi atnāca pie Jēzus. Или придут к Нему. Vai atnāks pie Viņa. Скажут, не твоим ли именем мы изгнали тысячи бесов? Vai ne tavā vārdā mēs esam izdzinuši tūkstošiem ļaunogā? Vai ne tavā vārdā mēs esam dziedinājuši daudz cilvēku? Un viņš pateiks, aiziet prom jūs ļaundarītāji. Jo es nekad jūs neesmu pazinis. Ziniet, kam Dievs tādu kaut ko var pateikt? Тем, которые никогда с ним не познакомились. Тем, kas nekad ar viņu nav tikušies. Тем, которые никогда не уделяли внимания ему. Тем, kas nekad nav veltījuši uzmanību viņam. Тем, которые никогда не приходили на гору пред лицом его. Тем, kas nekad nav nākuši uz kalnu viņa vaiga priekšā. Бог призывает нас. Dievs mūs aicina. Из-за того, что апостолы встречались с Богом. Dēļ tā, ka apostuļi satikās ar Dievu. Они творили величайшие чудеса в духе Иисуса Христа. Viņi darīja vislielākos brīnumus Jēzus Kristus garā. Написано в Деяниях 10 главе 38 стихе. Деяния 10 nodaļā 38 pantā ir rakstīts. Как Бог помазал Иисуса из Назарета духом и силой. Ka Dievs ir svaidījis Jēzus no Nācarets ar garu un spēku. И он ходил и благотворил всем обладаемым дьяволом.
Всем таким людям он благотворил. Viņš nodarbojas ar šo labdarību, viņš atbrīvoja cilvēkus. Он это делал из сострадания к ним. Viņš to darīja savas līdzcietības dēļ. Точно так же ученики. Tieši tāpat arī mācekļi. Делали это из сострадания. Darīja to līdzcietības dēļ. Написано, что через Петра еще большие чудеса начали происходить. Ir rakstīts, ka caur Pēteri vēl lielāki brīnumi sāka notikt. Вы можете проверить меня. Jūs varat pārbaudīt mani. У Иисуса такого не было. Jēzum tā nebija. Это потому что Иисус обещал, что вы более меня сотворите. Jo ir rakstīts, Jēzus apsolīja, ka viņš teica, jūs vairāk vēl par mani darīsiet. Написано, они полагали больных своих на улице ложили больных. Un ir rakstīts, ka uz ielas lika šos slimos. Чтобы хотя бы тень. Lai kaut vai ēna. Не просто прикоснуться. Nevis vienkārši pietikties. Будь здорова. Esi vesels. Хотя бы тень проходящего Петра. Kaut vai garām ejoša Pētera ēna. Вы представляете, что за сила Божья была на Петре? Jūs varat iedomāties, kāds spēks bija uz Pētera. Потому что Петр научился чему-то. Jo Pēters kaut ko iemācījās. Петр встречался с Господом. Pēters satikās ar Dievu. Каждый день. Katru dienu. Он с Иоанном идет в храм. Все, помазание здесь. Слушайте, вы сейчас будете исцеляться. Он с Иоанном идет в храм. С Иоанном он идет в храм. Ar Jāni viņš iet uz šo templi. И там сидит хромой от чрева матери. Tur cilvēks, kurš dzīmis klips no... Его каждый раз выносили туда. Mīnesis. Viņu atnes katru dienu. И сажали там, чтобы он попрошайничал. Un lika tur, lai viņš lūdz šo žēlastības dāvanas. Viņi astanavīlis vozi nivo. Viņi apstājās pie viņa. И он смотрел на них, ожидая что-то получить. Un viņš skatījās uz viņiem cerībā kaut ko saņemt. И они посмотрели на него. Un viņi paskatījās uz viņu. И Петр сказал. Un viņš sacīja Pēteram. Серебра и золота не имеем. Mums nav zelta un sudraba. Nu što imējam? Bet kas mums ir? Nu što imējam? Bet tas, kas mums ir? Dajom tibē. To dodam tev. Va imē Gospada Īsusa Hristā. Kunga Jēzus Kristus vārdā. Celies. И ходи. Un staigā. Я чувствую силу Божью на этом месте. Es jūtu Dievu spēku šajā vietā. Почему он мог так сказать? Kāpēc viņš varēja tā teikt? Потому что он встречался с Богом. Jo viņš tikās ar Dievu. Он шёл в час молитвы в храм. Viņš gāja lūkšanas stundā uz templi. Но это была общая молитва. Tā bija kopīgā lūkšana. Я более чем уверен. Es vairāk ka esmu pārliecināts. До того, как он пошёл в храм. Pirms viņš aizgāja uz šo templi. Он уже встречался с Иисусом. Viņš jau tikās ar Jēzu. Потому что вся его жизнь об этом говорила. Jo visa viņa dzīve par to runāja. Апостолы были очень занятые служители. Апостоли те были ļoti aizņemti kalpotāji. У них не было время заниматься столами и печься о столах. Viņiem nebija laika raizēties, rūpēties par galdiem. Но они всегда отделяли время для встречи с Богом. Bet viņi vienmēr atdalīja laiku, lai tiktos ar Dievu. Vienmēr. Слушайте, что с Илией произошло. Klausieties, kas ar Eliju notika. Я заканчиваю. Es tūlīt pabeigšu. Он ему говорит, выйди на гору. Viņš saka, izeju uz kalna. И стань пред лицом Господним. Un nostājies tā kunga priekšā. И потом рассказывает, что Господь в веянии тихого ветра. Un tad bija rakstīts, что Господь в веянии тихого ветра. Переводи меня просто. Господь в веянии. Ka kungs bija klusā tādā vētra. Тихого ветра. Kā kluss vējš. Суета ушла. Visa steiga aizgāja. Бог пришел. Un Dievs atnāca. Тишина пришла. Klusums atnāca. Должно все успокоиться. Visam ir jānomierinās. Слушай, что происходит. Un klausies, kas notiek. 13. стих. Услышав сие, Илия закрыл лицо своей милостью. И вышел и стал у входа в пещеру. Un tiklīdz Elija to sadzirdēja, viņš aizsedza savu seju ar savu apmeti un nostājās Elijas priekšā. Это был величайший пророк всех времён и народов. Tas bija lielākais pravietis visos laikos, kāds ir bijis. Бог ему говорит: "Выйди и стань на горе пред лицом моим". Dievs viņam saka: "Nāc un nostājies manu vaiga priekšā". А он выходит и становится там, в расселине пещеры, и не поднимается на гору. Bet viņš nostājās šajā
Это то, что происходит с 95% верующих людей на планете Земля. Tas ir tas, kas notiek ar 95% ticīgo šīs planētas Zeme. И слушай. И Бог говорит: "Что ты здесь, Илия?" Un Dievs saka: "Ko tu šeit dari, Elija?" Он сказал. Bet viņš sacīja: "Опять одно и то же." Atkal viens un tas pats. Опять одно и то же. Atkal viens un tas pats. Бог ему говорит: "Поднимись на гору и взыщи моё лицо." Dievs saka, pacelies, uznāc kalnā augšā un atrod manu vaigu. Pred licom mājim. Nostājies manu vaigu priekšā. Он опять ему говорит, возрив на вал я, и стоит, в расщ... как там написано, он стоит у входа в пещеру. Viņš stāv pie šīs ieejas alā. Он не выходит на гору. Viņš neiet uz kalnu. И там Бог ему говорит, un Dievs viņam tur saka, твое служение закончилось. Tavu kalpošanu ir beigusies. Viss. Довольно. Pietiek. Никто из нас не хочет, чтобы так произошло с нами. Neviens negrib, lai ar mums tā notiktu. Neviens. И Бог не желает никому такого. Un Dievs nevienam nenovēl ko tādu. Это трагедия, которая была в жизни Илии. Tā bija traģēdija, kas notika Elijas dzīvē. В жизни у Елисея была другая трагедия. Elijam bija cita traģēdija. Что ему некому было передать помазание. Ka viņam nebija, kam nodot šo svaidību. Вы можете меня проверить дома потом. Jūs varat pēc tam mājās pārbaudīt manus vārdus. Есть трагедии в жизни Божьих людей. Ir traģēdijas Dieva cilvēku dzīvēs. Потому что мы сильно привыкаем jo mēs, к обыденным вещам. Jo mēs stipri pierodam pie ierastām lietām. Есть хорошие вещи. Ir labas lietas. Есть нужные вещи. Ir vajadzīgas lietas. Есть вещи, которые мы обязаны делать. Ir lietas, kuras mums ir jādara vienkārši. Что-то сверх этого. Bet ir kaut kas pār tam. Ты можешь быть пастором. Varbūt мацей. Ты можешь быть домохозяйкой. Tu varbūt мацейтайся. Ты можешь быть бизнесменом. Майсаймнец, vai tu varbūt пастаймеешь. То, что я говорю, это важно для тебя. Tas, ko es saku, tas ir svarīgi tev. Тебе нужно встречаться с Богом. Tev jātiekas ar Dievu. Тебе нужно определить свое время с Богом. Tev jānosaka savs laiks ar Dievu. Нужно перестать суетиться пред лицом Божьим. Перестань суетиться. Пārstāj raizēties Dievu пред priekšā. Пред лицом Господа. Dievu vaigu priekšā. Заткнись. Aizveries. Замолчи. Pastāv klusu. Как кто-то сказал, когда мы молимся, kāds teica, ka tad, kad mēs lūdzam, мы говорим Богу. Mēs sakām Dievam, runājam Dievam. Когда мы читаем Слово, Бог говорит нам. Kad mēs lasām vārdu, Dievs runā uz mums. Я говорю кому-то сегодня. Vai es kādam runāju, saku kaut ko? Вы понимаете, о чём я говорю? Jūs saprotat, par ko es runāju? Это очень серьёзно. Tas ir ļoti nopietni. Бог мне сказал, скажи народу моему. Un Dievs teica, pasaki manai tautai. Что я высвободил суды мои на церковь мою. Ka es esmu atraisījis tiesas pār savu draudzi. И Библия подтверждает это, что суды Божьи начнутся с дома Божьего. Un Bībele to apstiprina, ka Dieva tiesas sākas no Dieva draudzes. И Бог сказал мне, скажи народу моему. Un Dievs teica, saki manai tautai. Что я хочу высвободить силу. Ka es gribu atraisīt spēku. До сих пор доселе не высвобожденную на вас. To spēku, kas līdz šim nav atraisīts vēl. Но этой силой не будут пользоваться младенцы. Bet ar šo spēku nelietos zīdaiņi. Для этого вы должны встречаться с Богом, говорит Господь. Tāpēc jums ir jātiekās ar Dievu, saka Для того, чтобы научиться пользоваться. Lai iemācītos rīkoties. Ресурсами живого Бога. Ar dzīvā Dieva resursiem. Ресурсами царя славы. Ar godības ķēniņa resursiem. Ресурсами. Ar resursiem. Помазанного Иисуса. Kas ir svaidītam Jēzum. Он говорит: "Дана мне всякая власть на небе и на земле". Viņš saka, man ir dota vara debesīs un uz zemes. Так идите. Un ejiet. И научите людей. Un māciet cilvēku. Все то, что я учил вас. Iemāciet visam tam, ko es jums esmu mācījis. И сея с вами до скончания века. Un es esmu ar jums līdz pasaules galam. Слушай, сея с вами, если ты не встречаешься с ним. Ja tu nesatiecies ar viņu. Как ты можешь учить кого-то? Kā tu var mācīt kādu? Tebe Iemācīt. Когда я
перестал суетиться. Когда я перестаю раздражаться. Мои проповеди изменились. Мои проповеди изменились. Люди думают, откуда он берет эти проповеди? Я в пятницу проповедую. Es piekdienu sludinu. И уже в пятницу ночью у меня готова еще проповедь на следующую пятницу. Un man jau ir no piekdienas vakarā jau gatavs spredīt. Люди не могут понять, откуда это. Un cilvēki nevar saprast, no kurienes. Я даже когда выхожу гулять вечером. Kad es eju pastaigāties vakarā. Я не просто иду гулять. Es nevis vienkārši eju pastaigāties. Я встречаюсь с Богом. Es tiekos ar Dievu. И еще какие-то вещи. Я иду, чтобы встречаться с Богом. Es eju un vēl kaut kādas lietas daru, lai satiktos ar Dievu. Потому что мне нужен Бог. Jo man ir vajadzīgs Dievs. Потому что этот мир подвержен кризисам. Jo šī pasaule ir pakļauta krīzēm. Этот мир подвержен проклятиям. Šī pasaule ir pakļauta lāstiem. Этот мир лежит во зле. Šī pasaule ir guļ tumsā. Мне нужен Бог. Man ir vajadzīgs Dievs. Я хочу видеть свет лица Его. Если грибу редзает, потому что Библия говорит, во свете лица твоего мы видим свет. Если грибу виню вайга гайшум редзает, ё виню вайгум гайшума. Библия говорит, блажен народ. Ир святый готаута. Знающий трубный зов. Кас пазист таурас сканю. Знающий призыв на гору. Kas sauc uz kalnu. Они ходят во свете лица твоего. Viņi staigā tavas sejas gaišumā. И целый день, каждый день радуются о имени твоем. Un katru dienu, visu dienu priecājas par tavu vārdu. Бог призывает вас на гору. Dievs jūs aicina uz kalnu. Бог призывает вас на гору. Dievs jūs aicina uz kalnu. Моисей. Мозес. Поставил скинию. Uzlika telti. Для того, чтобы каждый ищущий Господа, lai katrs, kurš meklē Dievu, мог оставить суету, varētu atstāt visu šo steigu, aiziet tur, призвать имя Господне, piesaukt tā kungu vārdu, встретиться с Богом, satikties ar Dievu. Каждый раз, когда Моисей заходил в скинию, katru reizi, kad Mozes iegāja templī, все израильские семейства выходили из своих шалашей. Jo visa Izraela tauta, viņi iznāca no savām teltīm. Облака опускалось на скинию. Un šis mākonis nolaidās par telti. И Бог начинал говорить к Моисею, как друг со своим другом. Un Mūzes sāk runāt ar Mūzes, kā draugs ar savu draugu. А Иисус! Bet Jēzus! Навин! Jozuā! Он не оставлял скинию, он постоянно пребывал там. Viņš palika šai teltī, viņš neatstāja šo telti. И он стал величайшим полководцем народа израильского. Un viņš kļuva par lieli varenāko Izraela tautas vadoni. Потому что Иисус избрал самое лучшее. Jo Jozo izvēlējās pašu labāko. Иисус Навин, да. Я тебе сказал все, что я должен был сказать. Es tev pateicu visu, ko es biju domājis šogad. Дальше это твой выбор. Дальше твой выбор. Tālāk ir tava izvēle. Я думаю, что нам нужно покаяться. Es domāju, ka mums jālūdz grēku piedošanu. За то, что мы не искали лица Божьего. Ka mēs neesam meklējuši Dievu vaigu. Я думаю, Бог призывает нас к покаянию. У меня такое чувство. Man ir tāds sajūta iekšēnē, ka Dievs mūs aicina uz grēku nožēlu. Я сегодня проповедовал как дома. Es šodien sludināju kā mājās. Я только дома так проповедую. Es tikai mājās tā sludinu. Я мог тебе рассказать что-то радостное, счастливое. Es tev varēju kaut ko laimīgu, priecīgu pastāstīt. Но я люблю практичное Евангелие. Bet man patīk praktisks evaņģēlijs. Я люблю тебя, чтобы говорить тебе ложь. Es чтобы говорить тебе ложь, это будет, знаешь, что я тебя не люблю. Un es mīlu tevi, bet es tevi. Но я тебя люблю. Ja es tev teiktu melus, tad es tevi nemīlētu. Поэтому говорю тебе слово, как оно есть. Ja es tevi mīlu, tāpēc es saku tev vārdu, kāds tas Бог ir. Мне сказал, говори в Латвии о моей любви. Un viņš Dievs teica, runā Latvijā par manu mīlestību. Два дня назад перед тем, как я ехал в Кулдыгу. Divas dienas pirms es braucu uz Kuldīgu. Я был послушен Богу. Es biju paklausīgs Dievam. Я говорил о любви. Es runāju par mīlestību. Люди принимали Иисуса. Cilvēki pieņēma Jēzu. Люди исцелялись. Cilvēki dziedinājās. Потому что это не мое, это дары. Tas nav mans, tās ir dāvanas. Но Бог два дня назад мне сказал, измени проповедь. Bet divas dienas atpakaļ Dievs teica, izmaini sprediķi. И когда Бог говорит мне такие вещи, это очень серьезно. Un kad Dievs saka man tādas lietas, tas ir ļoti nopietni. Бог любит тебя. Dievs tevi mīl. Бог жаждет тебя. Dievs ilgojās pēc tevis. Ты нужен Богу.
Tu esi vajadzīgs Dievam. И Бог ждёт тебя. Dievs tevi gaida. Прекрати искать своего. Pārstāj meklēt savu. Начни искать Бога. Sāc meklēt Dievu. Всем сердцем. Ar visu sirdi. Всей душой. Ar visu dvēseli. Всем разумением. Ar visu prātu. Закрой глаза сейчас. Aizver acis tagad. Покайся перед Господом. Lūdz Dievam piedošanu. Отрекись от суеты. Отрекайся от суеты. Atsakies no steigas. Который ты приобрел от своих отцов, как написано. Kur tu esi mantojis no saviem tēviem, kā ir rakstīts. Иисус написано, Бог написано, искупил тебя. Ir rakstīts, ka Dievs tevi ir atpircis. Драгоценной кровью. Ar dārgajām asinīm. Драгоценной кровью. Ar šīm dārgajām asinīm. Драгоценной кровью. Ar dārgajām asinīm. Иисуса агнца. Jēzus upuri. Отец, прости нас. Tevs piedod mūs. Что мы пренебрегали твоей горой. Ka mēs esam nenovērtējuši tavu kalnu. Что мы пренебрегали самым важным и самым нужным. Ka mēs esam atstājuši novārtā pašu svarīgāko un galveno. Боже, мы не искали тебя. Mēs nemeklējām tevi, Kungs. Мы не видели свет лица твоего. Mēs neredzējām tavu vaigu gaišumu. Поэтому мы ходили во тьме. Tāpēc mēs staigājām tumsā. Поэтому не было откровения. Tāpēc nebija atklāsmes. Но сейчас мы возвращаемся к тебе. Bet tagad mēs atgriežamies pie tevis. Написано, Господь. Ir rakstīts, Kungs, что ты поразил. Ka tu esi sakāvis. Но ты тот, который перевяжет нам раны. Tu esi tas, kas pārsien mūsu brūces. Ты тот, который исцелит. Tu esi tas, kas dziedinās. На второй день воскресишь нас. Un mūs augšām cels. И на третий день восставишь пред собой. Un trešajā dienā liks mūs parādīties tavā priekšā. Мы ищем тебя. Mēs meklējam tevi. Ты нужен нам. Tu esi mums vajadzīgs. Мы возвращаемся к тебе. Mēs atgriežamies pie tevis. А теперь, Отец. Bet tagad, Kungs. Пусть сила Святого Духа опустится на каждую душу. Lai Svētā Gara spēks nolaižās par katru dvēseli. Пусть благодать Иисуса. Lai Kristus žēlstību. Коснется каждого. Pieskarās katram. Сейчас, Боже. Tagad, Kungs. Аллилуйя. Аллилуйя. У кого-то есть проблема с горлом. Kādam ir problēmas ar kaklu. Бог исцеляет тебя. Dievs tevi dziedina. Бог дает тебе исцеление. Dievs tevi dod dziedināšanu. Сейчас. Tagad. Господь, спасибо тебе. Kungs, paldies tev. Спасибо тебе, Господь. Paldies tev, Kungs. Спасибо тебе, Господь. Paldies tev. Спасибо тебе, Господь. Jesus. У кого-то есть проблема с ухом, постоянные боли. Kādam ir problēmas ar ausi, pastāvīgas sāpes. Бог исцеляет вас сейчас. Dievs to dziedina tieši tagad. Я сейчас не буду называть ваши болезни. Es nesaukšu jūs slimības. Я сейчас буду молиться, вы принимайте свой прорыв и исцеление. Es tagad lūkšu un jūs pieņemiet savu dziedināšanu. Отец, во имя Иисуса. Tevs Jēzus vārdā. Пусть придет полное исцеление и восстановление на народ твой. Pilnīga dziedināšana tavai tautai. Сейчас твое присутствие на этом месте. Tagad tavu klātbūtni ir šajā vietā. Мы смиряемся и поклоняемся тебе. Mēs zemojamies un pielūdzam tevi. Пусть сила твоя сойдет, Боже. Lai tavs spēks nonāk par mums. Пусть будут разрушены все дела дьявола. Un lai tiek izārdīti visi velna darbi. Примите благодать сейчас, и вы сейчас исцеляетесь от любой болезни. Pieņem жалость, tu tiesi dziedināts no jebkuras slimības tagad Dieva klātbūtnē. Если какая-то женщина, которая страдает болезнью по-женски, Бог исцеляет вас. Ja šeit sieviete, kurai sievieša kaut kādas slimības, Dievs jūs dziedina tagad. Сейчас вы внизу своего живота чувствуете жар. Jums tagad ir karstums jūsu vēdera lejasdaļā. У кого-то есть проблема, и у тебя кровь нехорошо циркулирует. Бог тебя исцеляет сейчас. Ir problēmas, ka asins necirkulē tā, kā vajag. Dievs tevi dziedina tagad. Отец, высвободи легионы ангелов сейчас. Tevs atbrīvo tagad eņģeļu leģions. Отец, просто благословение. Svētīgi, Tevs.
kila masoto robo si tele brenda la la masia. Rema mama sito lобre ли мама анголобо риди бренда ла ла масия. Господь говорит, я сам одеваю на тебя корону для того, чтобы ты была слугой для них. Шида ла бракала масида ла брендо локото робо сия. Риба ла ла мосина. Все эти года было тяжело идти, говорит Господь, но я никогда не оставлял тебя. Были моменты, когда тебе хотелось кричать, когда тебе хотелось оставить все, когда тебе хотелось сбежать далеко, там, где никого нет. Но я и там был, говорит Господь. Я успокаивал тебя. Я также обличал тебя, говорит Иисус, но всегда утешал тебя. Господь говорит, дочь, это будет новым временем для тебя, неожиданным, сверхъестественным и благословенным. Конечно, придется пройти трудности, конечно, будут скорби, конечно, будет давление, как и у всех детей моих, но это время будет особенным, и благословение будет необычным, говорит Господь. Я высвобождаю силу благодати на тебя. Я высвобождаю благословение Авраама. Стойкость, смелость, благословение. Курабаба ситараба. Рибабандуло котурубусия. Потихонечку, потихонечку, потихонечку. Дух Божий здесь. Потихонечку. Лидеры этой церкви, выйдите сюда, я должен за вас помолиться срочно. Лидер, он раузем, лайнам, изнацет прекша, изгреб лукт приумс. Тот, кто в лидерском служении, потихонечку сюда выйдите, я должен за вас помолиться. Когда лидер колпошна, луд злайнам, изнацет шейт, он эс лукс приумс. Божье присутствие здесь сильное. Дио клагутны шейт, их специи. Курианда ла ла басинда ла ла басита ла бренда ла ла боситея. Потихонечку, кто в лидерском служении группы домашней или прославления, или что-то, идите сюда, я должен за вас помолиться быстрее. Нацис приехшу, Рабакатария ламасандо рокуторобу синда. Встаньте сюда, я должен, потихонечку, я должен за вас помолиться. Нацис лайнам приехшу, я слукш приемс. Я должен быть послушен Святому Духу сейчас. Он требует поклонения Святым Гарам. Сида лабрака ламаси. Сида лабрака ламаси. Кто ведет молитвенное служение, поднимите руку. Кас калпо лукшен калпошен. Здесь есть люди, которые молитвенное служение ведут. Вы, да? Как раз Бог мне на вас и показал. Я спросил, когда я вас увидел. Только люди с этой церкви. Только с этой церкви. Пожалуйста, только с этой церкви. Сейчас я буду молиться за вас тоже. Только с этой церкви. Будьте в тишине, сейчас что-то происходит здесь. Закройте глаза, пребывайте в духе. Я вижу Божий Дух, как двигается на этом месте. Сарабая ламасита лабра ламасита. Господь говорит, я вложу в твои уста мои слова. И всякое слово, исходящее из уст твоих, будет сильным и мощным. Прими благодать. Господь говорит, твои молитвы изменятся. Потому что ты поменяешься. Я встречу тебя там, где ты не ожидала меня видеть.
огонь Божий. Огонь Божий. Чия лавра каламас. Все пастыра, выйдите сюда. Никто не уходите, я сейчас буду молиться. Пастыра, все выйдите сюда. Пожалуйста. Идите сюда, все, кто в пастырском служил. Быстрее. Бог хочет вас благословить. Быстрее. Иди сюда, быстрее. Быстрее. Все, кто в пастырском служении. Два раза не бывает много. Кила баламаси талабрендо локори балемаси талабренда лабрия ламасида. Рабандоло кори андала бресита ламасо прендо локото. Рибанисо толобрия ламасида. Господь говорит, ты будешь слышать веяние тихого ветра. Ты будешь знать, что это я. Ты знаешь, что ты смеешь. Ты изберешь мой путь. Ты избираешь мою цель. И ты скажешь, как Моисей. Ты скажешь, как Мозес. Если я приобрел благоволение в очах твоих. Я смотрю, жало, лавела и покажи твоих. Мне твой путь. Паради мне свою цель. Господь говорит. Деус сака. Довольно для тебя. Петек тев. Ходить вокруг одной и той же горы. Стайгат апкарт веном и тапашам калонам. Встань. Целес. Облекись силой свыше. Итерпес спека. И пойди вперед. Он ее спрекш. Чида лабрандо локо риба бали мосита. Риба масо то робонде лебрейса телембрала масия. Рабанасо то робосинда. Господь говорит, я облекаю тебя силой свыше. Для того, чтобы употребить тебя в последующие времена своими знамениями и чудесами. Чтобы ты мог исполнить волю мою. Как я и говорил тебе.
Божье присутствие, Божья сила, Божья сила, Божья сила, Божья сила. Риба лаката лабасита лабрили мама сито. La massa tatara mama sotto robo Shida la brava mama Такие пророческие моменты не всегда бывают в жизни. Сет расторгну да келе баба сотто робо сида. И мы избавлены. Shida la ba la ba sida la ba sida la brene ma la massa todo priala ma. Такие пророческие моменты не всегда бывают. Не всегда, 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 не всегда. Встаньте все. Встаньте все. Ура бала лаба синда лабрия лаба лаба синда. Чида лаба. Возьмите за руки вы возьмите за руки быстрее. Поднимите руки Господу. Поднимите руки Господу. Поцелуйте руки Спе Кунгу. Скажи Бог благослови меня. Скажи Кунг святый. Наполни. Благослови их, Господь. Благослови их, Господь. Благослови, благослови. Скажи, Бог, благослови меня. Саки, Кунг, святый мане. Скажи, Бог, благослови меня. Святый мане. Скажи, Бог, благослови меня. Саки кунг святый ман. Боже, шила баба басанда. Все творю все новое, говорит Господь. Древнее все прошло. Висвенцайс ир пагайсес висви яуна. Шида лабрака ламаси. Все творю все новое, говорит Господь. Кунг сакайс дар висви яуна. Господь говорит... Вспомни, когда ты был далеко, 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 и тебе казалось, что я уже слишком далеко, говорит Господь. И ты помнишь это время, когда был далеко от меня, и тебе казалось, где же я? Но я всегда был близко, говорит Господь. И сейчас приходит все новое. Господь говорит, я не знаю, почему Господь говорит тебе это. Господь говорит, тебя вымолили, даже когда ты не знал об этом. Поэтому живи сейчас с Ним и для Него. Так сильно, чтобы всякий, кто смотрит на тебя, сказал: «О, Иисус, я вижу тебя через Него». Сила Божья. Сила Божья на этом месте. Я благодарю тебя, Иисус. Иисус, благодарю тебя. О, это что-то страшное. От Бога, но сильная, но мощная. Это что-то мощное от Бога. Что-то делает Господь в этом месте. Вообще скоро Он будет что-то делать в Латвии. А народ, знающий Бога, усилится и будет действовать. Благослови Израиль, благослови мой народ, Господь, благослови церковь, царь великой славы также. Благослови, Боже, во имя Иисуса. Благослови нас там в Израиле, мы хотим видеть пробуждение. И в Латвии, и в Израиле.
Израиле и везде во имя Иисуса. Мы призываем благословение. Мы спецовцам святым. Придите сюда сейчас, придите сюда. Идите сюда, быстрее, быстрее, быстрее. 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 Станьте здесь. И вы тоже придите сюда. Вы тоже станьте здесь. И ты тоже приди сюда, стань там, быстрее, Бог хочет тебя благословить. И ты тоже иди туда, Бог хочет тебя благословить быстрее. Принимайте исцеление, делайте то, что вы не могли делать сейчас. Божье присутствие. Иди сюда, где этот мальчик? Куришь из пуиса, нас спрыгнешь. Где этот мальчик, я его позвал сюда. Курс из пуис, курс из пасовца спрыгш, нас спрыгш. Отец во имя Иисуса. Tavs Jēzus vārdā. Отец во имя Иисуса. Tavs Jēzus vārdā. Благослови ее, Господь, во имя Иисуса. Сила благословения во имя Иисуса. Dievs ir šeit. Проверяй своё тело, принимай исцеление сейчас. Pārbaudi savu ķermeni, pieņem dziedināšanu. Pastor Inesa попросила меня, чтобы я призвал вас к Божьему действию. Māciete Inesa lūdzu, lai es jūs pamudinu, aicinu uz Dievu darbību. Я не хочу никого ничего заставлять делать. Es neko negribu nevienam likt darīt. Божий Дух на этом месте. Dieva gars ir šajā vietā. Я хочу призвать тебя сегодня не к побору. Es negribu tevi aicināt uz ziedojumu savākšanu. А к любви. Bet uz mīlestību. К любви. Uz mīlestību. Доброхотно дающего любит Бог. Labdevēlīgi dodošu mīl Dievs. Labprātīgi dodošu mīl Dievs. Бог не обращал внимания на богатых, которые приносили от того, что они имели. Dievs nepievērs uzmanību bagātajiem, kas nes no tā, kas viņiem piederēja. Бог обратил внимание на вдову, Dievs pievērs uzmanību uz šo otrai, которая отдала последнее, kas atdeva pēdējo, свое пропитание, savu iztiku. Послушай, klausies. Богу не нужны твои деньги, Dievam nav vajadzīgi tev nauda, мои деньги, mana nauda. Богу нужно наше сердце. Dievam vajadzīgi mūsu sirds. Нам нужно прекратить. Mums jāpārstāj. Давать Богу деньги. Dot naudam Dievam naudu. Нам нужно вначале Богу отдать сердце. Mums jādod Dievam sirds. И сердцем давать ему все, что даем. Un no sirds dot tas, kas, ko viņš visu dod. И Бог сегодня призывает тебя. Un viņš tevi aicina šodien.
Он делает призыв сегодня. Чтобы ты открыл свое сердце. Lai tu atvērtu savu sirdi. И посеял сегодня свое семя. Un sēd šodien savu sēklu. Я не знаю сколько. Es nezinu cik. Может это чуть-чуть. Varbūt tas ir nedaudz. А может это все, что у тебя есть. Bet varbūt tas ir viss, kas tev ir. Но самое главное, чтобы это было сердце. Bet pats galvenais, lai tā būtu sirds. Не позволь дьяволу. Un neļauj velnam. Обмануть тебя. Обманить тебя. И разрушить твой посев. Un izjārdīt šo tavu sēju. Молись Богу и скажи: Боже, что ты хочешь от меня? Lūdz Dievu un prasi Dievs, ko tu vēlies no manis. Так как будто бы от тебя зависит все. Tā, it kā no tevis būtu atkarīgs viss. Как будто от твоего, от твоей жертвы зависит все. Tā, it kā no tavas, tavu upuru, viss ir atkarīgs. Не слушай человека. Neklausies cilvēku. Слушай Бога сейчас. Klausies Dievu tagad. Я не знаю, сколько ты должен дать. Es nezinu, cik tev ir jādod. Я не знаю тебя, зачем тебе это нужно. Es nezinu tevi, kāpēc tas tev ir vajadzīgs. Если ты даже ничего не дашь. Pat ja tu neko nedos. Это твое дело. Tā ir tava darīšana. Но я хочу, чтобы ты отдал сердце Богу. Es gribu, lai tu atdod sirdi Dievam. И чтобы ты спросил у Бога, что тебе делать. Lai tu paprasti Dievam, ko tev darīt. Потому что побор не принимается Богом. Jo Dievs nepieņem tādu savākšanu vienkārši. Atkroj sirdi. Atver sirdi. И отдай то, что Бог говорит тебе отдать. Un atdod to, ko Dievs tev saka dot. Если даже это последнее. Varbūt, ja tas pat ir pēdējais. Потому что Бог. Jo Dievs. Не хочет. Nevēlas. Чтобы ты сожрал и съел свое семя. Lai tu apēd savu sēklu. Будь послушен Господу. Esi paklausīgs Dievam. Но если даже ничего не дашь. Pat ja neko tu nedosi. Не осуждай себя. Nenosodi sevi. Во имя Иисуса. Jēzus vārdā. Давайте будем делать сейчас то, что надо делать. Дарисим то, кас мums jādara. Принесите корзину. Kurra balama sita labranda lakata labria lama sita labria lama. Давай, поставьте сюда. Поставьте, пусть приходят. Приходите и потом возвращайтесь на свои места. Пожалуйста. Или баба, идите сейте, пожалуйста. Шидала брала маси, дала бракала масандало бреки, дала мама марадоло робоси. Кури балала масандала бриала малала масандала бриала малала масандоло бреки, дала мама мама. Шидала бракала малала масандоло бриала малала масандоло бриала малала масандоло. Кура баба масандала бреки, дала бриала малала масандоло бриала ма. Shidala briala malala masanda la briala malala masanda lo breki tala briala malala masanda. Shidala briala malala masanda lo briala malala masanda. Возвращайтесь на свои места. Я должен вас благословить. Куриала малала масанда la briala malala masanda lo briala malala ma. Рибала la masinda. Кура балала масанда la briala malala. Боже, присутствие здесь. Аллилуйя. Кита лабрия на малала масанда лабрия на малала масида. Чида лабрака на малала масида лабрия на малала масанда. Поднимите руки к Господу. Поцелуйте руки с предыкунгу. Ивархеха Адонай вейшмереха. Яэр Адонай пана велеха вейхунека. Иса Адонай пана велеха. Веясем леха шалом. Бешем Иешуа Амашиях. Амен. Братья и сестры. Масн брали. Кто получил исцеление, покажите мне. Сегодня, сейчас. Шодien, все, tagad. Кто руки подняли, выйдите сюда быстро мне вкратце. Те, кто поцел руки, быстрее, изнацет прежде, он пару слов произошло. Сейчас им снотика. Я по вере принимаю просто вот. По-моему, женский. Целость бы помеждется. Было коленко повреждено. Не
Слава Иисусу! Что с вами? Man vakar bija lēkmes, nevarēja galvu pagrozīt. Вчера был приступ, не могла голову погрузить. Atrodabos saukt, un šodien es varu pagrozīt. И сегодня я могу повернуть. Слава Иисусу! Амен! Есть еще кто получил исцеление? Vēl kāds ir saņēmis dziedināšanu? А? Vai ir vēl kāds? А есть такой человек, который должен сказать, Иисус, приди в мое сердце? Здесь есть такие? Cilvēks šeit, kas, хотя kuram, бы один, если есть, приди сюда, я с тобой помолиться хочу. Cilvēks, kas, kurš var pateikt, если Jēzus, ты никогда ienāc manā Иисусу sirdī. Не говорил, Иисус, ты нужен мне, войди в мое сердце. Tu vēl nekad neesi lūdzis, Jēzu, ienāc manā приди sirdī. Сейчас сюда! Nāc tagad šeit. Потому что без Иисуса ты уйдешь в ад. Jo bez Jēzus tu iesi uz elli. Ад – это не твое место. Элли, та нау тава вета. Бог хочет, чтобы ты с ним пребывал. Иди сюда сейчас во имя Иисуса. Jēzus, vada, нас иди uz сюда priekšu. Примирить с Богом. Саликсти миру ар и иди Dievu. Домой в радости. Un ej mājās ar сейчас priekšu. Это твое время. Tagad ir šis tavs если laiks. Хотя бы один человек есть такой здесь сейчас. Ja pat ir, ja šeit ir kaut vai viens tāds если cilvēks. Ты уйдешь отсюда таким, какой ты пришел. Ja tu aizies no šeit, tāds, kas tu все atnāc. Будет бесполезно для тебя. Viss tev būs приди veltīgs. Сюда и скажи, Бог, войди в мое сердце. Atnāc šeit un pasaka, Dievs, скажи, Бог, возьми мое сердце. Paņem manu sirdi. Скажи, Бог, я нуждаюсь в тебе. Pateik, Dievs, tu man esi vajadzīgs. Я знаю, что хотя бы один человек здесь есть такой. Приди сюда. Es zinu, ka vismaz viens cilvēks приди šeit сюда ir tās. И отдай свою жизнь Богу. Un atdod savu dzīvi Dievam. Отдай свое сердце Богу. Atdod savu sirdi Dievam. И тогда ты увидишь перемены в своей жизни. Un tu ieraudzīs pārmaiņas savā dzīvē. Во имя Иешуа. Амен. Амен. Иди сюда. Nāc uz priekšu. Иди сюда. Nāc uz priekšu. Амен. Амен. Шалом. Здрасте. Шалом. Еще здесь есть такой человек, я хочу помолиться. Vai šeit ir vēl kāds cilvēks, es gribu lūgt Dievu kopā ar jums. Иди сюда, будь смелым. Esi drosmīgs, nāc šeit. Если еще один есть такой, иди сюда, мы помолимся. Ja šeit ir vēl viens cilvēks, nāc это šeit. Очень важно. Tas ir ļoti svarīgi. Ты увидишь, что твоя жизнь изменилась. Tu ieraudzīsi, ka tava dzīve izmainās. Ты увидишь, что твоя жизнь поменялась. Tu ieraudzīsi, ka tava dzīve ir mainījusies. Я приехал с Иерусалима, сдалека, чтобы ты принял Иисуса. Es atbraucis esmu no Jeruzalemes, no tālienes, lai tu pieņemtu Jēzu. Хорошо. Labi. Скажи по-латышски. Не бойтесь, Наталья. Помолись. Пасак. Es runāšu to atkārto, labi, ja? Atkārto, ja? Tā, ka es pati dziedu sev, ja? Es, ka Dievā te teicu, ka tas sirdi Saki, Jēzu, visi palīdzēs jums, ja? Saki, Jēzu, Jēzu. Ienāc manā sirdī. Ienāc manā sirdī. Es gribu dzīvot kopā ar tevi. Es gribu dzīvot kopā ar tevi. Man ir aplikusi vecā dzīve. Man ir aplikusi vecā dzīve. Es nožēloju visus savus grēkus. Es nožēloju visus savus grēkus. Es nožēloju, ka es dzīvoju bez tevis. Es nožēloju, ka es dzīvoju bez tevis. Ienāc manā sirdī. Ienāc manā sirdī. Valdi manā sirdī. Valdi manā sirdī. Ved mani pa dzīvi. Ved mani pa dzīvi. Esi mans gans. Esi mans gans. Esi mans palīgs. Esi mans palīgs. Esi mans mierinātājs. Esi mans mierinātājs. No šīs dienas vienmēr. No šīs mūžīgi. Dienas vienmēr mūžīgi. Es tev pieņemu. Es tev piedaru. Kas savu glābēji. Es tev pateicos, Jēzu. Es tev pateicos, Jēzu. Par tavām asinīm. Par tavām asinīm. Ka tu ierakstīji mani. Ka tu ierakstīji mani. Dzīvības grāmatā. Dzīvības grāmatā. Es man par kungu. Es man par kungu. Amen. Amen. Ierakstīt dzīvības grāmatā. Kristus asinīm. Un es jūs nevarēs izdzēst. Tikai tā. Tā? Valda, valda, šie tā brāļu un māsas tagad. Un mēs visi būsim kopā debesīs. Arī tad, kad nomirsim. Jā, tiksimies? Jā. Labi? Amen. Amen. Es domāju, ka mēs visi esam svētīti, vai ne? Ja domāju, ka mēs visi blagoslavieni. Un es gribu teikt to, ka šī diena ir īpaša, un tu esi īpašs cilvēks, tāpēc, ka tu esi šeit. Ты особый человек, если ты сегодня здесь. Tas brīnišķīgi radīts. Ты чудесно сотворен. Amen. Un es gribu tev izlasīt vienu
Pārste, vien teikumiņu, faktiski. Я хочу прочитать тебе одно предложение. Salmu pamācību atver. Ты можешь открыть 30. Nodaļu. 30. Главу. Un 5. Pants. Tu esi šodien saņēmi šo vārdu. Priči 30. Главу. Un daudzi, varbūt, ja saņēmi manu īziņu, tu jau izlasīji to vārdu. Те, кто саня, ману изинь, те, которые получили моё сообщение, те они уже услышали это слово. Он это рассказал так. Я писала так. Visi Dieva vārdi ir šķīstuma caurās, caur, nē. Nes visi Dieva, pareizi es lasu. 30. Visi Dieva vārdi ir šķīstuma caurstrāvoti. Viņš ir vairoks tiem, kas uz viņu paļaujas. Всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него. Viss, citā tulkumā man bija teicis, ka viss piepildās. В другом переводе было сказано, что все его слова исполняются. Es nezinu, kā rakstīts ivritā. Я не знаю, как в иврите написано. Bet visi šie vārdi, ko Dievs šodien runā, viņš piepildīsies, ja tu patiešām tos pieņēmi. Но все слова исполнятся, если ты действительно их принимаешь. По-истам изменяйся. По-настоящему изменяйся. Man ir prieks, ka šodien šeit mēs neesam tikai viena draudze. И я рада, что сегодня здесь мы не только одна церковь. Mēs esam no vairākām draudzēm Ventspilī. Мы из нескольких церквей из Ventspilsas. Un no Kuldīgas vēl. Из Kuldīgas. Arī no vairākām draudzēm. Также из нескольких церквей. Kurzeme sāks degt. Kurzeme начнёт гореть. Ja mēs sāksim degt. Если мы начнём гореть. Ja mēs tiksimies ar savu Dievu vaigu vaigu. Если мы встретимся с Богом лицом к лицу. Это особый день. Varbūt mēs esam ilgus gadus gājuši, varbūt tieši kalpojuši, patiešām tā varbūt ir bijis. Varbūt tā patiesi ir bijis. Bet šī ir īpaša diena. Это особый день. Kungs, mēs pateicamies, ka no mums, uz mums nonāk šovakar uguns no Jeruzalemes. И mēs Tev pateicamies, kungs, un mēs sūtam Jēzus vārdā. Pacel savus rokas, mēs sūtam Jēzus Kristus vārdā. Mēs sūtam mieru Jeruzalemē. Mieru Jeruzalemē. Mieru Jeruzalemē. Lai paceļās tur mesianiskās draudzes. Lai patiešām tur, kungs, tavi ļaudis satiek Tevi Jēzus vārdā. Kungs, mēs esam pateicīgi Tev par to, ka Tavs dzīvais vārds nāk no Tavas zemes, nāk pie mums. Un lai Jēzus vārdā mūsu zeme dziedinās. Tu zem uzlauks un aug. Jēzus vārdā mēs Tev pateicamies. Mēs pateicamies, mēs Tev slavējam šodien, pielūdzam un pateicamies par šo brīnišķīgo vārdu. Mēs pieņemam visu, ko Tu mums runāji. Un mēs ticam Tavam vārdam. Un mēs vērim Tvojumu slovu. Ka viss, to, ko Tu šovakar runāji, Dievs, tas piepildīsies. Tas piepildīsies. Tas piepildīsies, tāpēc, ka Tu esi uzticams, Dievs. Потому, что Ты верный Бог. Es Tev pateicos. Jēzus vārdā. Amen. Amen. Pasaki, es esmu svētīts. Можешь сказать, я благословен. Es esmu svētīts. Я благословен. Un lai Jēzus Kristus vārdā ir patiešām svētīts ceļš. Eņģeļi apsargās, lai viņiem ir ceļš atpakaļ Jeruzalem. И пусть будет благословенный и защищенный путь обратно в Иерусалим. Un lai nāk jaunas atklāsmes. И пусть приходят новые откровения. Lai Orens biežāk un biežāk sastopas ar Dievu. Пусть Орен чаще и чаще встречается с Богом. Un lai viņš spēj atnest uz šo pagānisko pasaules daļu. И пусть он сможет в этот языческий часть мира отнести святое вард на Иерусалимс. Принести святое слово в Иерусалим. Он атрак šis pagāns skaits tiek piepildīts. И пусть быстрее зайдёт полное число этих язычников. Jo tad viņa zemē sāksies spēcīga atmoda. Потому что в их земле тогда начнётся в их земле пробуждение начнётся. Un es varu pateikt, ka šis ziedojums. Я могу сказать, что это пожертвование. Viņš ies uz Jeruzalem. Это пойдёт в Иерусалим. Un tu ar savu ziedojumu šodien. И ты своим пожертвованием сегодня. Фактически, tas bija dāvājums Dievam, tas nebija ziedojums. Это не пожертвование, это Tā bija daļiņa tavs sirds. Dar Богу, это часть твоей сердца. Un tā ies uz Jeruzalem. Это пойдет в Иерусалим. Lai tur tiktu celts lūkšanams. Чтобы там строился дом молитвы. Es teiksim, tāpēc ziedoju. Я поэтому жертвую. Tāpēc, ka Ezras grāmatā, pirmā nodaļā par to ir rakstīts. Потому что в книге Исфири, первой главе, Ezras. В книге Езры, первой главе это сказано. Ka katram, kas pat tālumā, pat palas mājās, viņas nevajag. Можешь дома прочитать, что каждый, кто даже вдали, ka tam ir uzdevums celt lūkšanu nama Jeruzalemē. Твоя задача строить дом молитвы в Иерусалиме. Un tu to dari. И ты это делаешь. Un Dievs ceļ tevi atkal. И Бог строит тебя. Amen, slāv Dievam.
Amen, slava tebe. Pēdējo laiku atklāsums, pēdējais laiks ir. Последнее время, последние откровения последнего времени. Mēs esam svētīgi cilvēki, ka mēs esam šodien šeit. Мы благословенные люди, потому что мы здесь сегодня. Halleluja, slava tev, kungs. Halleluja. Patiešām Dievs svētījums ir liels. Negribas pat projām, man liekas, negribas kustēties. Gribas dzirdēt viņu šukstus. Хочется слышать его шепот. Šo kluso vēju. Это тихий ветер. Lai zinātu, kā iet. Чтобы знать, как идти. Lai zinātu, ko darīt. Чтобы знать, что делать. Lai būtu par gaismu. Чтобы быть светом. Halleluja, slāva Tev, kungs. Kungs runā. Господь говорит. Es pat nezinu, kā lai pabeidz tagad. Pasaka savam laku stāvašam, tu esi brīnišķīgs. Tu moši skazāt savam blīžam, ty čudiesni. Es svētīts, pasaka viņam kaut ko labu. Būs blagoslovenai, skaži, pasaka, što tak хорошее. Pasaka kaut ko ļoti labu. Što tak хорошее, skaži. Pasaka kaut ko ļoti labu. Halleluja, slāv Tev. Man vēl tā nav bijis, ka es nemāk pabeigt dievkalpojumu. O, mans Dievs. Halleluja. Es svētīts pilsētās un laukos, sākot un pabeidzot, un visos Dieva darbos. Būti blagoslovēni, kad tu načinājuši dēlā, zakančivājuši dēlā, v gorodē, na polē, i va vsēk dēlāk.